По поводу этого проекта касательно увеличения налогов для людей с, на мой взгляд, не таким большим заработком, выше 1 миллиона рублей в месяц. Я вообще в шоке, потому что почему я должен тратить собственные деньги на создание тех же самых игровых зон где-нибудь там в Крыму. И я вообще крайне возмущен от этого. И мне никто не помогал, в общем-то, в заработке этого даже самого несчастного миллиона в месяц, для того, чтобы еще отобрать у меня 30% от него.